Всем привет! Гимнастический обруч можно не только крутить, но и использовать для проработки мышц пресса, спины, бедер. В общем, использовать для всего организма. Этим мы сегодня и займемся. А еще у меня для вас классная новость. Я объявляю розыгрыш. Подробнее об условиях я расскажу в конце программы. И, быть может, этот классный спортивный дуэт, который я выбрала для тренировки, леггинсы с геометрическим принтом и яркий фиолетовый топ, скоро станет вашим. А пока мы с вами будем разминаться. Поехали! Начнем мы с вами с выпада со скручиванием. И при этом будем еще качать грудные мышцы. Как сейчас покажу. Берем обруч перед собой и немножко надавливая, напрягая грудные мышцы. Теперь отшагиваем назад и поворачиваемся как можно больше. То же самое повторяем на другую сторону. Помним, что колено у нас не выходит за стопу. Для следующего упражнения обруч у нас будет служить опорой. Итак, ставим вперед предмет и отводим одну ногу назад и в сторону. Тем самым мы очень хорошо прорабатываем ягодичные мышцы. Не забываем про левую ножку и повторяем раз 15-20. Завершим тренировку лежа. Мы с вами ставим хулахуп перед собой. Носки возьмите на себя, а теперь мы еще больше сгибаем колени и вытягиваем две ножки на 45 градусов. Задержались и обратно. Это упражнение очень хорошо прорабатывает нижний пресс, так что не ленитесь. На сегодня все. Но и как я обещала, если вы не просто хотите быть в хорошей форме, но и выглядеть как звезда спорта, то присылайте свои фотографии в вещах из спортивной линейки Марк Формель на электронный адрес utrosobaka.ont.by и участвуйте в розыгрыше. И в конце декабря я выберу победителя, который получит в подарок один из моих декабрьских образов. Пока-пока!